Здравствуйте. С первым днем весны вас. Вот приготовил в подарок с этим праздником, к этому празднику, такую гармошку. Значит, это двуголосная хромочка, растеряевская модель, так сказать, 204-я чайка. Инструмент в отличнейшем состоянии. Железная компрессия. Вот, давайте проверим, как она звучит. Каждый голос на вдох и выдох. Удачи вам, всех вам благ. Вот и пришла весна. До свидания.